Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Назгуль, я являюсь менеджером, тренером компании «Цептер». И сегодня буду делиться с вами очень интересной и полезной информацией. Очень рада вас сегодня всех приветствовать. Давайте начнем. Первое блюдо это у нас будет мясо за 20-30 минут на бешбармак. Включаем индукционную плиту. При температуре 160 градусов мы начинаем ее нагревать. Вы знаете, сейчас бытует очень разных много мнений, да, что правильное питание – это очень скучно и невкусно. А второе мнение, что правильное питание – это очень дорого. Сейчас как бы наша система Цептер, вот кастрюли ArtMix Pro, я буду сейчас вас знакомить с таким умным, красивым прибором, убедит нас в обратном. ArtMix Pro – умный, красивый прибор, который состоит из двух чаш. Одна чаша для горячего приготовления, это вот видите, обратите внимание, с красной линией. И вторая чаша для холодного приготовления с синей линией. Сегодня у нас будет чечевичный супчик вместе с ArtMix Pro. У нас будет крем-суп, это у нас первая функция, будет готовиться 18 минут и кнопочка старт. Чуть-чуть посолим, поперчим чуть-чуть, закинем кусочек сырка и нальем чуть-чуть сливок. Вы заметили, с колпаком намного тише? Наша овощная нарезка будет готовиться 10-15 минут. Посуда Цептер позволяет сохранить биологическую ценность, вкусовые качества, потому что все это готовится при очень низкой температуре. Сейчас мы будем готовить лимонад. Посмотрите, здесь у нас пол пучка петрушечки, пол апельсинчика и чуть-чуть имбиря. Все это я закидываю сюда. 2 ложечки сахара. При желании, конечно, можете положить мед, литр, 250 миллилитров воды. А сейчас мы будем готовить куриный бульон. Сразу будем закладывать, ничего поочередно класть не будем. Обратите внимание, здесь вот я буду класть такую косточку. Это курочка, картофель, морковка. Набираем водички. У нас функция здоровое питание. Вот эта кастрюля. Ставим, здесь у нас выходит минуты. Нам достаточно будет 20 минут сварить куриный бульон. Вот тесто было сделано в ArtMix Pro при скорости 4. Вот такая лапша. Раскатала и нарезала. Сейчас мы это все заложим сюда. Здоровое питание – это вот заболевание. Здоровое питание – это бодрость, это сила, это энергия, это настроение. И, в конце концов, это успех. Поэтому предлагаю вам есть здорово и жить дольше вместе с компанией «Цептер».